В течение 2 дней старшеклассникам предстоит показать свои умения тушить пожар, спасать раненых, преодолевать туристическую полосу препятствий, стрелять, собирать и разбирать автомат, а также продемонстрировать знания правил дорожного движения. Традиционно в преддверии Дня Победы в Кузнецке проводится военно-спортивная игра «Орленок». Желаю вам успехов, мужества, смелости, потому что пожарная эстафета, она требует всех этих качеств. Уверен, что результаты будут показаны достойные, и пусть победит сильнейший. Почетное право поднять флаг соревнований было предоставлено капитану команды школы номер 15, победителю предыдущей игры Музафярову Аделю. В состязаниях принимают участие команды всех школ города. Я являюсь командиром команды «Служба номер 4». Четвертый раз принимаю участие в этой игре. Первый этап пожарной эстафеты традиционно уже закрепился за мной. И надеюсь, в этом году мы покажем не менее яркие результаты, так как наша команда зачастую входит в тройку призеров. В рамках торжественного открытия соревнований состоялось награждение кузнецких юноармейцев, которые в ноябре прошлого года в дистанционном формате стали участниками Парада Победы в Самаре. Они получили благодарственные письма, удостоверения и медали. Победители городского этапа военно-спортивной игры «Орленок» будут представлять Кузнецк на региональных соревнованиях.